Сразу несколько российских регионов, охваченные природными пожарами. Только за сутки площадь возгорания увеличилась в 1,5 раза. Самая сложная ситуация в Магаданской и Амурской областях, а также в Забайкалье. Главная причина – поджоги сухой травы. Они возникают ежегодно с приходом тепла, несмотря на все предупреждения и запреты. Кстати, наказание для поджигателей предусмотрено серьезное, от крупных штрафов до уголовной ответственности. Весна в этом году ранняя. Столичный регион после по-настоящему теплых весенних дней ждет похолодания. В выходные не исключен снег и заморозки до -4. Утепление синоптики обещают в начале следующей недели. Вместе с температурой повысится и давление. Метеочувствительные люди ощутят это на себе.